В Нягане стартовала дорожно-ремонтная компания. Обследование состояния дорожной сети в апреле выявило около 7 тысяч квадратных метров дефектов. Это выбоины, просадки и колейность. Текущему ремонту в этом году подлежат все центральные улицы города. Это 120 участков, требующих ямочного ремонта. Кроме того, 20 участков ожидает сплошной ремонт. Подрядчика с помощью аукциона уже определили, он уже приступил к работам, начав с западного жилого района. Добавлю, что на приведение дорожной сети в порядок из городского бюджета выделили 5 миллионов рублей, а потом депутаты на заседании городской думы добавили еще 10 миллионов. Самые большие дефекты дорожного полотна выявили на улице Чернышова, проспект Нефтяников, улица Ленина. К работам приступили, а окончание планируем до 15 июня.